Лосница. Сейчас добавим сахарочку, оно как запенится. Сейчас оно как взорвется. Да, тихо. О, смотри. Где вы? Да вот я где. Вон пенка поднимается. Ой! Скорей. Ой, мама дорогая. Ты сахар-то клади. Так я кладу, оно пенится как. Слушай, может это? Чего? Самогон. Самогонщица, слушай. В России научилась, да? Вас на Беларуси не гонит нифига. Я смотри, вкусно получается. Сейчас откуда ты знаешь, что она вкусно получается или нет? Тебе завтра менты остановят, там столько промилле будет. По советке будет вместо молока кваса. И сисек течет. Как вкусно. Не, я даже рисковать пробовать не буду. Ну и зря. Думаешь, бачка будет лучше? Ну, давай лучше. Сейчас. Только совсем капельку. Капельку, сейчас. Сейчас. А что такая маленькая баночка? Что трехлитровую не взяла? Ну, потому что пропорции этого... Что, у тебя нету этих? Нет, там просто один пакетик на 2 литра идет. Чего он пенится? Ну, потому что сахар. Да? Я думаю, что и другая должна пениться. Потому что поликлиники приносят. Она тоже пенится. Да. Очистка не та. Да что там? Вдруг что интересное. Пузырьки. Да? Сейчас попробую. Ты их сама пробовала, нет? Конечно. И как? Очень вкусно. Нет, он не упадет, Савелька, там для тебя? Нет, он типичный, ну, похож как вот на... Деревенский квас. Ну, да. Лен, куда он его? Савель, стульчик берет. На, папа, попробуй. Сейчас, чуть-чуть. Ну? Да, как бочковой квас. Чуть-чуть сладости добавить. Ну, похоже. Но, я тебе скажу, горчит за счет этих дрожжей. Горчит? Угу, чуть-чуть есть. Горчит немножко. И даже не немножко. После вкуса горькое. Потому что... Похож, да, действительно, бочковой сладости похож. Мало. Так добавь, ё-моё. Да. И побольше. Самогон он сколько добавляет. Сейчас как поднимется вон пенка. Она может. Ага. А что такое? Лен, помоги ему. Ты что делаешь? Спускай стульчик. А зачем ты сюда тащишь, сыночка? Зачем? Распрямляй коврик, давай. Куда ты его тащишь? Ой, мама дорогая. Черепашка моя. Тебе надо было трехлитровку взять, а это что это? Фигня. Это ни о чем вообще. Ну, на пробу. Нет, просто здесь же по пропорциям положено. На 2 литра пакетик. Ну, а это сколько у тебя банки? 2 литра. Вот это 2 литра? Где? Где? Вот больше банка. Вот она какая. Угу. А это что у тебя за такой? Сахар. Что за сахар такой? А, это его сахар пересыпал? Ой. Что такое, не помню у тебя. Откуда это такое? Ленка, вот это откуда у тебя? Ты купила, что ли? Что, давно? Это же из дома я взяла. Ё-моё, он пенится вообще у тебя. Сейчас напьёшься, Сенька, слушай. За руль как сядешь. Я возьму с собой. Угу, угощай гаишников. Скажу, отведайте. Нет, просто это... Она же как... Брашка идёт у тебя. У тебя же пропорция явно больше.